пожар в общежитии на улице Косарева. Эвакуировано около 60 человек. Очаг возгорания оказался на общей кухне на 7-м этаже. Все случилось поздно ночью, поэтому пожар не смогли обнаружить вовремя. Паника началась, когда коридоры заволокло дымом. Ну, пожара не пострадал, он потому что полопали стены тогда. Вот дверь сгорела, там окно сгорело. У соседей вот двери все сгорели, погорели. К приезду сотрудников МЧС, по словам очевидцев, огонь вырывался из окон. Повезло, что никто не пострадал. Мы живем на 9-м этаже и страдаем больше всех мы, потому что дым все к нам идет. Мы задыхаемся и все ночами. Я не знаю, что-то предпринимают. Приходят пожарники, очищают коридоры, очищают эти кухни, где все завалено. По одной из версий, причиной возгорания мог стать мусор, который находился на кухне. Сейчас ущерб подсчитывается. Кстати, по словам жильцов, это уже 4-й пожар за последнее время.